Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы неожиданно в игрушке под названием Hello Neighbor. Короче, мне давным-давно еще прислали, кто-то прислал, я не помню уже, кто это было довольно давно. И это, короче, Альфа-2 с реалистичным стилем рисовки. Такая модификация, короче. Ну и давайте нажимаем проиграть историю. Это не Альфа 1.5, это просто Альфа-2 с реалистичным стилем рисовки. И то... Он немножко недоделанный все равно. Но мы посмотрим, что тут вообще есть. Ссылочка будет в описании. На эту модификацию. Если я не забуду вставить, конечно. И если она не будет утеряна, ссылочка эта. Но ну, надеюсь, что все будет нормально. В Альфе 1.5 музыка другая была вот здесь. Ну, как мы сразу можем видеть, что текстурки тут не все, потому что, видите, доски тут не имеющие текстур. Рамка, которая тоже не имеет текстур. Двери почему-то белого цвета, а не красного. Но, тем не менее. Это только меньшая часть. Какой хороший денек у меня там сегодня. У меня на улице. Птички поют. Не знаю, слышите вы их или нет. Все, перестали петь уже. Дверь в катсцене вот эта вот. Из Альфы 2, но она, как видите, не текстурированная тут стала, потому что там текстура была убрана. Вот как видите, у каких-то дверей рамки есть, у каких-то нет. Ну, точнее, рамка есть, но он без текстуры. Тут просто квадратики. Стены в Альфе 1.5 были немножко... Обои другие немножко были. Они были... Обои были тоже синие, но немножко были другие. Шкаф. Шкаф прям проработанный причем. Шкафы почему-то стали... А! Это шкафы из Альфы первой. Реалистичные шкафы. Стул даже есть. Моделька у него прям проделанная. А здесь обои, кстати, заменили. Ну, это скорее плитка, а не обои даже. Да, у меня до сих пор аллергия не прошла. Потому что все цветет. Да, короче, тут обои заменили, в гостиной не заменили. Здесь тоже. Ой, господи, извините. Так, перетаскиваем вещи внутрь. Мы все посмотрим с вами. Холодильник он даже. Ну, в катсцене вот эта вот дверь, исключительно вот эта. Как другая моделька, та нереалистичная. А вот эти остаются обычными. К сожалению, запуск дальше занимает немножко больше времени, чем с обычной Альфа 2. Просто вот эти вот текстуры недоделанные, они подгружаются немного дольше. Если присмотреться, то он не по гвоздям стучал шляпкой молотка. Дверь, как вы видите, тут вообще фиг знает откуда. Не та дверь.
двери, которая нигде вообще не была использована. Двери не те пока что. Но это пока что только они не те. Потом эти двери поменяются, входные. Вот эта дверь тоже пока... Пока что это, и дивана, кстати, почему-то нет. Welcome написано. Что-то я не помню, что в Альфе 2 такой ковер был. Может и был, я не помню, честно говоря. И вот, да, тут... Полу такая дверь, полу такая. Со шкафом беда тут. Текстурки корявые немножко, но тем не менее выглядит все равно неплохо. Хоть что-то попытались сделать. То, что надо было показать еще при обзоре Альфа 2. Вот это. Можно увидеть модель главного героя вот так. Еще одно отличие. Нету музыки погони. Когда сосед начинает за нами бегать, никакая музыка не играет. Именно так было в Альфе 1.5. Никакой музыки не было. Также проход на второй этаж всегда открытый. Как, так же, как и в Альфе 1.5. И это прикольно. Это спальня. Здесь должен быть гроб, но его тут нет, к сожалению. Кровать. Под ней даже можно... А, нет. Под ней почему-то спрятаться нельзя. Телевизор, который даже показывает... Реалистичный телевизор, который даже показывает чудо. Он показывает трейлер, самый первый трейлер игры. Hello, neighbor. Давайте его выключим. Но, тем не менее, вот этот рубильник почему-то здесь. Кстати, многие игроки этого не знали, и я в том числе не знал. Вот здесь, в оригинальной Альфа 2, был лифт. Такая, вот такой вот белая штучка такая была. В полной версии игры это был реально рабочий лифт. Я думал, что этот лифт не рабочий. И многие игроки так думали. Но мне в комментариях написали, что лифт работает. И просто вот здесь, вот это, рычаг. Вот этот рычаг поднимает лифт. Но его почему-то здесь нет. И в Альфе 1.5 его тоже не было. И этих коробок тоже не было. И проводов этих не было. О, теперь дверь нормальная. Причем еще и даже красная. Ну просто в файлах игры она же была. Лифта, к сожалению, нет. Но рычаг остался. Короче, в оригинальной Альфа 2 вот этот вот рычаг поднимает и опускает лифт. Серьезно, многие игроки этого не знали, я на ютубе ни разу такого не видел. Я это узнал, когда мне написали об этом в комментариях. Я серьезно этого не знал. Спасибо, огромное спасибо тому чуваку, который мне подсказал это. Многие, я ни разу на ютубе не видел, чтобы кто-то этот рычаг задействовал, вот этот. Он реально поднимает и опускает лифт. Но его, к сожалению, тут нет. Ну-ка, если там проход открытый, то что будет делать этот генератор? Давайте проверим. Генератор работает. Если мы поднимем рычажок этот, проход закроется или откроется? Не, ничего не произойдет. Не, вообще ничего не происходит. В Альфе 1.5 также вот здесь было ружье на этой стене, но его также здесь нет. Короче, как бы нам проходить это все? Мы будем это все проходить. Во-первых, надо бы магнитик достать. Вот он. И вот сейчас попробую еще раз этот баг продемонстрировать. О, сработало. Видите, две штуки сразу зажигаем, и тут огонь остается. Причем он навсегда тут остается. Так, магнит мы добыли. Звуки он, к сожалению, не издает. В Альфе 1.5 он издавал звуки. Не знаю почему.
Их не было в Альфе 2. В Альфе 1.5 магнит реально издавал звуки. Так, мы добыли отмычку. Можно, в принципе, просто взять вот это ружье, залезть вот на лифт и попробовать стрельнуть туда. Тут рычажок, чтобы подняться. Это еще один способ прохождения этой игры, который я ни разу не видел на ютубе и сам не пробовал. Тут дверь все равно немножко недоделанная, потому что тут краешки, здесь уголки, железные вот эти штуки, они отделяются почему-то от рамки. Это немножко неправильно. Ну, это неплохая попытка сделать альфа 1.5, но все-таки надо бы над ней еще поработать. Палец почему-то проходит сквозь ружье. Тут еще какой-то непонятный столик. А, это комод. Просто у него это... Ящики нормально выглядят, а вот здесь... А вся остальная часть выглядит как мешанина из текстуры двери. Так, как бы... единственный способ отсюда выбраться, даже тут обои, кстати, переклеили. Это через стекло. Что, кстати говоря, у нас дома? Давайте тоже посмотрим. У двери стали не красными, они стали белыми. Здесь ничего не изменилось, потому что тут изначально реалистичный стиль был. Здесь как не было, так и нет ничего. Телефон почему-то висит в воздухе. Картина гейская висит. Ёрш ногами почему-то. Ну и вот эта дверь... тоже не изменилось. Командная строка в этой версии тоже работает. Дивана, кстати, почему-то нету здесь, хотя он там должен быть, диван. Надо проникнуть на кухню, взять еще одну отмычку или у соседа выхватить ключ. Я взял ключ, отлично. Вот это нам не понадобится уже. Как видите, кстати, почему-то дверь в подвал вообще не такая. В Альфе 1.5 там была обычная белая дверь. Как во всех комнатах. Блин. Как во всех комнатах. Ну-ка, давай перепрыгни через эту фигню. Опа. Ключик мы взяли. Попробуй, теперь пора дверь открывать. Блин, какой незаметный рычаг, а. Не знаю, кто тут телевизор-то шип. Блин, и как же нам попасть туда? Ох, блин. Плохо дело, плохо, блин. Я убежать не успел. Ладно, попробуем на пролом пойти. Ладно, открываем дверь. Не знаю, почему дверь такую поставили. Наверное, решили что-то сделать, раз эта дверь не была нигде использована. Блин. Ключ даже этот работает. Ну, точнее, не ключ, а этот замок. Я дверь открыл, но так и не вошел в нее до сих пор.
Он камеры тут не успел еще. Там огонь горит до сих пор. Музыки, кстати, нету. Музыки, когда заходишь в подвал, ее просто нет. А если, кстати, подойти туда, там какая будет дверь? Тут на самом деле не видно, но вроде бы это та самая дверь, которую мы только что открывали. Да, реалистичная дверь, которая нигде не была использована. Если мы подойдем к этой двери, то ничего не произойдет. Вообще ничего. Все же нам остается это включить консоль, врубить ГОСТ. ГОСТ. И полетать. Посмотреть, что там. Столик вот этот реалистичный. Полетаем. Пройдемся по тому же. Ну, кресла не текстурированные. Дверь, ключи. Крышка гроба. Там стереосистема даже есть. Столб, который проваливается под текстуры. И у которого самого даже нету цветовой текстуры. Так, ну и вот здесь, собственно, все заканчивается. Эту дверь удерживает стул, который надо послать нафиг. Вот, красиво такую поставить. И тогда дверь откроется. Но тут ничего нет. Можно также туда сходить. Ну, сейчас мы поднимемся на карту. Посмотрим, что на карте поменялось. Опа. Также мы с вами обязательно зайдем на карту Open Neighbor 3. Посмотрим, что там поменялось, а что не поменялось. Но сначала нам надо выбраться отсюда. Кстати, судя по звукам улицы, я имею в виду самой игры. Смотрите, время суток поменялось, когда мы в подвал зашли. Или мне так кажется? Да, да, реально, время суток поменялось. О, господи, напугал меня! Ладно, поймай меня. Почему бы нет? Время суток поменялось. Я не обратил что-то внимания. Теперь не день, а утро у нас. Правда, мне что-то все время казалось, что до этого был день. Как в оригинальной Альфе 2. В Альфе 1.5 было утро, и там были звуки птичек. Которые, может быть, вы даже слышите. И они тут есть. В оригинальной Альфе 2 был день, и там были звуки другие. Были звуки проезжающей машины, гавкающей собаки. Мне эти звуки нравятся. Давайте полетаем по карте, посмотрим, чё да как. Да, немножко с теневами не то. Тот же самый домик из Альфа 1. Здесь где-то еще сарайчик на таком маленьком островке в реке. Ну, это водохранилище такое. Или пруд, как назвать. Он сильно глубокий, кстати. Купаться в нем можно? Давайте посмотрим. О, здесь довольно глубоко. Если купаться, то может только здесь. Ну, неизвестно, еще вода грязная или какая. Непонятное дело, что земля грязная, но что еще просто говорить. Где-то тут еще кладбище, кстати, есть. Вот только вот я не уверен, что найду его. Минуточку, мне показалось, или время суток опять поменялось, пока я тут летал. Очень странно, ребята, очень странно. Здесь тоже что-то есть.
Я помню, что где-то было кладбище здесь. Там могилы были. Да чё пикает, я не понимаю. Да, ребята, тут не день, теперь тут утро, тут время суток изменили. Это тоже классно. Да ну пошел ты нафиг, сосед. Насчет закрытой двери тут то же самое все. Ну и давайте, ну и настало время нам перейти к Open Neighbor 3. Давайте понизим графон, чтобы было лучше все видно. И вбьем команду Open Neighbor 3. Она загрузится вообще, нет? Но по идее оно должно загрузиться. Да, вот. Загрузилось. Врубаем ГОСТ и сваливаем из дома. Да. Здесь тоже можно увидеть реалистичный стиль рисовки. Двери, например, вот эти вот, которые открываются, там кресло. Упавшее кресло. У него, кстати, даже текстура есть. Так, здесь у нас что? Здесь та же самая комната, блин, как ярко вообще, капец просто. Холодильник реалистичный даже. Что-то как-то он открывается странно очень. Дверь даже та же самая есть. О! Где он? Он где-то рядом. А тут предметы по-прежнему нереалистичные. Но тут видимо, другие модельки. Здесь даже есть шкаф. Где-то рядом, по-моему. О, а, вот же он. Он какой-то дверь из этих вышиб. В первой альфе он, когда вышибал дверь, дверь прямо вылетала. То есть он сломал дверь. Начиная с альфы 2 и так и до финала, и до полной версии игры-то. Он, когда вышибал дверь, она не ломалась, она просто открывалась. Но он вышибет дверь только если она... Как его дам? Если она по стулом подперта, если она закрыта на ключ, то он ее не вышибет. Судя по вот этому проводу, надо что-то сделать, чтобы полка вот эта вот как-то сдвинулась или открылась, потому что здесь именно проход в комнату. Здесь ключик. Здесь двери. Ну, здесь реалистичные все двери, потому что, ну, вы сами понимаете, это мод. Вот тут кусок реалистичной двери. Он в Альфе 2 тоже реалистичный был. Вот этот. Все очень круто, конечно же. Ладно, в общем. Да что-то. Что? Он какую дверь сейчас вышиб? Непонятно, какую дверь он вышибал сейчас. Ну, в принципе, и не важно. Какую он там дверь вышибал. Давайте все, что... Давайте последнее, что нам осталось, это посмотреть, что сверху. Тот же самый камин из Альфы. Один. Кровать вот эта стала реалистичнее. Кусок кресла, который застрял. Все эти предметы реалистичные были и остались. Ладно, давайте заканчивать на этом. Мы, в принципе, все посмотрели. Ссылочка на эту модификацию будет в описании. С вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, чтобы не пропускать стримы. И подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока. Ах да, я забыл показать одно меню, которые вы меня просили. Вот, если нажать на М,
то мы увидим меню. Оно выглядит вот так. Курсора не видно, так что вслепую ориентируйся. Но можно реально посмотреть. Тут еще и по-русски все написано, как ни странно. Можно реально шариться. Тут только почему-то кнопочка Escape не работает. И как вернуться назад, хрен его знает. А, Enter. Enter тоже, что ли, не работает? Короче, очень печально. Такое вот меню. Ладно, всем пока.